Около 35 тысяч кубометров снега вывезли с начала зимы в Химках. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В уборке центральных улиц и магистралей, а также дворов задействовано больше 1000 человек и свыше 130 единиц спецтехники. Спуски и подъемы обрабатывают противогололедной смесью. В этом году от песко-соляной смеси практически отказались. Сами знаете, по весне этот песок весь собирается в лотки, его приходится выгребать. И так далее. Вот. А чистая соль, она и лучше действует, и от нее меньше грязи, как говорится. Песок это более, ну, песко-соляная смесь, она более дешевая, раньше применялась. Сейчас с этого года используется только чистая соль. От снега расчищают территории вблизи остановок и пешеходных зон. Уборка ведется во всех микрорайонах городского округа. Избавить город от снега помогут и предприниматели. Строительные компании округа в случае необходимости предоставят еще порядка 50 единиц техники. Задать свои вопросы по качеству уборки и поделиться отзывами можно по телефону горячей линии администрации 8 495 793 0101.